Слава Богу, Хермен, Хермен Глайзен. Есть Господь, Хермен Глайзен, который сегодня Хермен Глайзен Авоч установил. Хермен Глайзен свой порядок. Хермен Глайзен. Хермен Элтус, Хермен Авоч, Хермен Глайзен. И каждая душа, Хермен Глайзен, будет внимательна на всем месте, Хермен Глайзен, чтобы извлечь Хермен Глайзен доброе, Хермен и последовать за ним. Хермен Элтус Авоч путем добра и милости, и милосердия. Эрмена Глеменес, и Эрмена Глеменес, труда моего на ниве моей, Эрмена Глеменес, ибо я есть Господь, который сегодня Эрмена Глеменес установил, Эрмена Элтус на всей земле, свои порядки. Лемена Элтус Кебеда Глайзен, дабы воля моя исполнилась в твоей жизни, Эрмена Гету Глайзен, и не говори почему, так, Эрмена Гету Глайзен, Эрмена Гету Глори Ава Отче, Эрмена Глайзен, не останавливайся. Эрмена Глеменес, если встал на тропу мою узкую, Лемен Глеменес Авоча, следуй по ней. Эрмена Готус Авоча, чтоб враг не смутил тебя. Эрмена Готус, тебе нужно подойти и напиться воды. Эрмена Готус Авоча, Эрмена Глазен, Эрмена, отбрось запинающий грех, Эрмен Глазен. Всякое бремя, Кемен Глеменес Авоча, принеси. Эрмена к предноги мои, Кремен Глеменес. Эрмена Элтус Кемен Глайзен, Эрмена Глайзен, то, что тебе мешает, Лемен Глайзен, чтобы я, Господь, снял это на всем месте, Кремен Глайзен, чтобы моя милость сегодня, Эрм, коснулась тебя. Эрмена Готас Абовоча, не знаешь, Кремен Глайзен, не знаешь народ, Эрмена Элтус Кемен Глайзен всего. Лемена Элтус Кемен Глайзен, не спеши с мнением, Лемена Глайзен в мыслях, не высказывай, Кремен Элтус Кемен. Лемена Элтус Кемен Глайзен, Эрмен Глайзен, устами, не говори, не спеши, Кремен Глайзен. Эрмета Готас Авоч, я хочу, чтобы сегодня мой народ, он больше молчал, Кремен Элтус Кемен, больше имел совет со мною, все более и более Кремен Гету Глазен, и не вступал в различные разговоры. Эрмена, которые не, Эрмена Гетус не ведут к добру. Эрмена Гетус Авоч смотрят на тебя. Лемен Глазен, как ты ведешь себя, как ты говоришь. Что ты предпринимаешь, Кремен? Очень важно. Лемена Гету Глазен, чтобы Эрменту Глазен это небосы не обратилось к тебе в преграду, Кремен Глеменес. И ты не Эрмена Глазен. Эрмена Глазен не был постыжен. Лемена Гету Глазен, ибо мои рабы, Кремен Глеменес, Ава Отче, они действуют моим духом сегодня. И это и уста также говорят Божия. И только Божия. Эрмена Элтус Кемен негадательно с догадками Кремен Глеменес, Эрмен Глазен спешить и говорить Кремен Глазен итог. Эрмен ту Готус Ава Отче. Аминь. Аллилуйя. Ибо за мною, Эрмен ту Глазен, за моим делом Кремен Гесу Глазен, Ава Отче нужно следить. Эрмена Глеменес Ава Отче. Эрмена Глазен, я учу каждую из вас, Кремен Глазен, чтобы вы все, Эрмена Глазен, могли смотреть на меня, Кремен Глазен, и какие действия я предпринимаю, Эрмена Глемен Ава Отче в церкви, Эрмена Глеменес Ава Отче моей, Лемена Гету Глазен Ава Отче, Эрмена Глазен, Эрмена Глазен, чтобы Эрмена Глазен никто не обольстил вас, Эрмена Глазен, чтобы никто вас, Эрмена Глазен, вкратчивыми словами не увлек за собою. Эрмена Элтус Кемен Глори Ава Отче, ибо многие. Лемена Глеменес Ава Отче, Эрмена Глеменес. Эрмена Глазен сходит, Эрмена Глазен впоследствии сойдут с пути моего. Еще Эрмена Гетус по небоствованию, по причине Кремен Элтус беззакония. Эрмена Гетус Ава Отче, Эрмена Глазен. Армена Глазен многих овладеет сердца. Армена Элтус Кемен, я Господь, Кремен Глазен. Армена Глеменес, Ава Отче, вижу, Кремен Глазен. Как ты сегодня ищешь меня, как ты сегодня стремишься ко мне. Эрбета Готус, Ава Отче, Армена Глазен, и поэтому, Армена Глазен, и допускаю в жизни твоей обстановки, когда ты видишь, Кремен Глеменес, Армена Глазен, время порассуждать. Армена Глеменес о своих поступках. Эрмен Глазен о своих делах, о том, что ты говорил, и Эрмен Глазен, и сбылось ли оно, Эрмен Глазен, было по-твоему ли, Эрмен Глеменес, Ава Отче, ибо по проходу время забываешь, что Эрмен Глазен говорил одно, или другое, Эрмен Глазен, Ава Отче, но Бог по-своему управил, Эрмен Глазен, а покаяния нету, Эрмен Глазен, а было это открыто. Эрмена Глазен наружу, Эрмена Глазен вынесена из своей сокровищницы. Эрмена Глори Ава Отче, а этим
питаются, эрмены главное воспринимают кемен глори авочи, поэтому очень важно, особенно кто эрмены глазен трудится на ниве Господней, эрмены глори авочи нужно умолять Господа, нужно в смирении получить слово от Господа, а потом эрмены глазен употреблять его, эрмены элтус, эрмены гламенес, достигая сердец авочи, эрмены глазен. Эрмены глеменес авоочи, это проверенное слово. Эрмены глеменес, в нем нету, эрмены глазен. Эрмены штабенес, никаких, эрмены глеменес авоочи, эрмены глазен. Хитрости, эрмены гету глазен. Эрмены глазен, как многие берут слово. Эрмены гету глазен, и даже не понимают, что эрмены глеменес, эрмены глеменес, что эрмены глазен, это ложь. Армены глеменес, армены дух лжи, армены глазен вошел, армены гету главанес, а вочи и утверждают того, что не знают, кремен глеменес, армены питаются тем, что сегодня не назидает, кремен глеменес, а вочи, ибо я не хочу, чтобы сегодня, кто вставал, армены глеменес, и армены глеменес, армены глеменес, а вочи, армены глеменес, и делал то, что я не повелеваю, кремен глеменес. Эрмен Глазин, ибо каждый должен проверять себя, Крамен Глеменес. Эрмен Глазин, сегодня, Эрмен Глазин, как ты идешь, Крамен Глазин? Аба отче, Эрмен Глазин, угоден ли поступок твой Господу, Крамен Глазин? Говоришь ли ты слова от Господа, Эрмен Глеменес, Аба отче, это Эрмен Глеменес, Эрмен Глазин, великая проверка моя еще будет, Крамен Глазин, ибо Эрмен Глазин, многих потрушу, Крамен Глеменес. Аба отче основания, Лемен Глеменес, Эрмен Глазин, чтобы не зашли далеко, Эрмен Глеменес, и не погибли на путях своих, Аба отче, Эрмен Глеменес, поэтому буду делать остановки в народе моем, Эрмен Глеменес, так говорит Господь, аминь.